В это воскресенье на городском стадионе Краснокамска прошел первый этап чемпионата Пермского края по автомобильным гонкам на льду «Трек 400». Участие в нем приняли 22 участника из Перми, Краснокамска, Чайковского, Камышлова и Нытвы. Борьба за титул регионального чемпиона оказалась действительно жесткой. Зрители смогли насладиться контактной борьбой, техничными обгонами и разворотами. Победителем суперфинала стал Илья Запрудин из Чайковского. Еще одна битва, но уже умов, прошла в рамках выставки «Карьера и образование». Молодые исследователи представили на суд зрителей свои научные работы на темы ДНК, моделирования и даже влияния экономических процессов на результаты футбольных клубов. Стать судьей в рамках этого проекта мог любой желающий. Битва интеллектуалов – это одно из нескольких десятков мероприятий, которые прошли в рамках ежегодного форума «Образование и карьера», где будущие школьники, абитуриенты и их родители смогли задать интересующие их вопросы об особенностях обучения и перспективах трудоустройства преподавателям пермских образовательных учреждений. Еще одно событие воскресенья, которое дало пермякам повод для размышлений и мечтаний и чтения сказок немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которое прошло в Пермском сказариуме. Знаменитые истории про Щелкунчика, Песочного человека или Повелителя блох стали поводом собраться всей семьей морозным уютным вечером в фестивальном доме для нескольких десятков человек. Одним из чтецов этого проекта стала прима пермской оперы Надежда Павлова.